Очередная локация нашей творческой группы – парк отдыха Абдулы Кадыри. Он был построен в 1932-34 годах. В 1992 году парк был назван в честь Абдулы Кадыри. В 2005 он был полностью отремонтирован. Спустя 14 лет территория парка площадью в 2,5 гектара вновь реконструируется. У входа в парк будет установлен памятник Абдулы Кадыри. Также здесь будет находиться двухэтажный музей, посвященный его жизни и творчеству. В музее планируется расположить библиотеку с произведениями известного писателя. Также рядом будет построена двухэтажная творческая школа имени Абдулы Кадыри на 210 мест. Ученики в учебное заведение будут приниматься на конкурсной основе. Идет стройка. Раскопка котлована закончена на 80%. Мы завершили укладку кирпичей первого этажа. Второй этаж сейчас строим. Здания школы и музея будут завершены к октябрю. Мы продолжаем следить за событиями в городе.